Центр города Змеёва преобразился, можно даже сказать, расцвел. На городском субботнике несколько дней назад на центральных клумбах города высадили цветы. Теперь разноцветные пестрые клумбы радуют глаз не только жителей города, но и его гостей. Работники администрации отдела образования и культуры потрудились на славу. И клумбы с их легкой руки оказались не хуже, чем у цветоводов со стажем. А все потому, говорят они, что к делу подошли с любовью и творчеством. Теперь и сами каждый день любуются своим результатом работы. Всего на городские клумбы во время субботника высадили 2500 цветов. Цветы были приобретены за средства Змеевского городского совета. Как утверждают в мэрии, эта работа в городе будет продолжена. Вскоре цветы появятся еще на 2 центральных клумбах Змеева. В целом, за последние годы наш город преобразился. За время всеукраинской акции «Зеленая весна» были убраны несанкционированные мусорные свалки и высажены новые деревья в парковой зоне. Работники КП «Змеев-сервис» ежедневно следят за порядком в городе. Теперь главное, чтобы каждый из нас поддерживал чистоту не только в центре, но и возле своих домовладений, чтобы наш город преображался и расцветал с новыми силами.